Опять продолжаем мы гулять по городу Коломна. Очень много достопримечательностей, очень красивых, симпатичных, разных вещей, разных таких интересных. Ну вот, к примеру, эта скульптурная композиция называется «Ангельская почта» или «Сокровенная почта». Просто очень здорово. Каждый человек может написать письмо, но это письмо не дойдет до адресата. Но это сокровенное письмо, сокровенные слова. Вот такая вот композиция скульптурная, которую сделали те же ребята, которые сделали водовозом, который тут же находится. Это братья Антон и Павел Якушевы. Называется «Ангельская служба доставка писем». Ну, очень интересно, красиво, здорово. Обязательно пройдите туда, посмотрите, что-то подумайте про себя. Вот все, пока, всем привет.